Вітаю, шановні глядачі! З вами на зв'язку репортер Кременчуцького телеграфу Олена Маляренко. І сьогодні ми говоримо із Сергієм Радченко, який приїхав після важливого бою, вже повернувся до Кременчука. Тож, Сергію, розкажіть, як вам бій, як відчуття? Добрий день. Бой, в принципі, пройшов так, як я ожидав. Я тяжелий, напряжений. Упорство было до последней секунды, но самое главное – это победа. Непростая победа, но победа. Может быть, это и к лучшему, то есть такая победа на начале карьеры, именно такую дистанцию я уже сразу прошел, и победа именно была нелегкая, непростая. Для того, чтобы в дальнейшем еще больше тренироваться, работать над ошибками и побеждать уже намного легче и проще. Розкажіть, чи брали з собою якісь талісмани, чи є взагалі у вас якийсь талісман, який ви з собою берете на бої? Талісманів особо таких якби нету, а якщо б і були, то вряд ли б, наверное, не розказав. Можу сказати, одягаю носок на ліву ногу ізначально. Ви постійно виступаєте в одному і тому ж одязі? От, чи... Нет, на різні бої? Це під настроєння, от в этот раз теж. Взял двое шорты, красные и черные, и вот решал, какие одеть, где одеть. Ну, в общем, одел, в принципе, те, которые более удобные были, вот я одел. В принципе, я в них уже боксировал в прошлый бой, в этот бой боксировал. Є якісь боксерські ще забобони? По этому поводу скажу, у всех они разные, у кого-то они есть, кто верит, никто не верит, и у всех они, еще раз говорю, разные. А у вас? Как я уже сказал, что у меня таких, скажем так, конкретных забобонов нет. Но если бы какие-то были бы, я не знаю, смотря какие, может быть, не обо всех бы рассказал. Что на... У всех есть к этому всему, да, кто-то там помолиться, кто-то там где-то как-то там угол ударить, кто-то там последнее прикосновение к тренеру. У всех эти забобоны совсем разные. То есть, и многие, может быть, у меня они тоже есть, скажем так, но которые уже даже я не придаю значения им, где-то там где-то тоже где-то там стукнут, то есть это уже на автоматизме происходит. Скажите, что найскладніше было під час бою? Коли от выдалось так, что ну ось может трапитися что-то таке непоправне? Скажу так, по поводу боя были там такие острые моменты, там где даже я пропускал удары, особенно были те моменты, которые не нужно было пропускать удары, которые я видел, но пропускал. Но скажу так, все было под контролем. Даже были там и ситуации, где он попал, и я даже специально дал ему, чтобы он поверил, вроде бы он сейчас уже все дорабатывает, чтобы он побил, я там где-то все просто мягко это принимал, скажем так, ну, не жестко, видел все эти удары и потом тут же контратаковал. То есть, скажем так, чтобы что-то такое сверхъестественное было, что я там на грани фантастики там выживал, то такого не было. То есть все было, все прошло хорошо, то есть все, ну, все было под контролем. Были тяжелые моменты, бесспорно, но все подконтролировано. Расскажите, что вы принесли сегодня до телеграфа? Это я принес небольшой такой памятный презентик. Телеграф на память с росписью всех наших боксеров, которые принимали участие в этом турнире. Пусть останется. Дякую вам величезно. Алёнка? Планы на майбутнє. Планы у меня сейчас наконец-то долгожданный отдых. И могу сказать, что, возможно, бой вышел тяжелый, ну, как говорят, каждый боксирует в меру того, как еще дает соперник боксировать. А соперник у меня оказался совсем непростой паренек. Ну, и еще есть такой момент, тоже обсуждали уже с тренерами там, по поводу ошибок, по поводу, где какие там плюсы, где какие минусы, то пришли к тому, что я, возможно, еще перетренировался, потому что у меня без перерыва, я уже 4 месяца в работе, у меня получается, я как уехал на одни сборы, приехал на 2 дня, уехал на спарринги на одни, прилетел домой на 1 день всего лишь, поменял вещи, улетел к Владимиру Кличко тогда на спарринге, прилетел через 2 дня, у меня бой тоже после дороги, это тоже сказывалось, после боя 3 дня отдыха, снова на спарринге, со спаррингом на спарринге, опять 3 дня, и у меня такое на протяжении 4 месяцев я практически без отдыха, и это тоже сказалось на бое. И вот, наконец-то, долгожданный отдых. Де проведете цю відпустку? З
сейчас я приехал, хочется поначалу побыть вот хотя бы первую неделю, а то и две дома. Просто побыть дома, понять мозгами, что ты наконец-то дома и без и пожить вот этой, без вот этой мысли, что ты знаешь, что тебе через три дня куда-то опять собирать чемоданы. Угу. Это в первую очередь. А потом определимся, может быть, где-нибудь загорать. С кем бы хотели побуксовать еще? Ой, боксеров разных очень много по всему миру. И, в принципе, сейчас нету какой-то конкретной цели, с кем бы хотел отбоксировать. Сейчас есть определенная цель, это отдых, и снова приступаем к работе для того, чтобы набрать свой рекорд, набрать, подняться по рейтингу. И когда уже поднимемся по рейтингу, тогда уже мы будем выбирать там более конкретных каких-то оппонентов. Дякуємо. Тож, шановні глядачі, з нами був Сергій Радченко, який нещодавно провів надзвичайно важливий бій, і сьогодні він завітав до Кременчуцького телеграфу.